Ребята, тренируйте стрельбу двумя глазами. Каким образом вы это можете делать? Смотрите двумя глазами. При этом создается бинокулярное зрение. Что нужно для этого? Вкладывайтесь, смотрите двумя глазами в цель и медленно нажимаете на курок. Медленно, но при этом без напряжения. Ружье должно быть разряжено, ружье должно быть без патрона. И вы с каждым разом будете тренировать свою хладнокровность. Когда вы нажимаете медленно на курок, вы не вкладываете какие-то кивки, рывки или какие-то компульсии там в виде какого-то страха перед выстрелом. У вас нет такого извержения, или как бы такого сказать, импульса, да, скачка такого при нажатии. И вы нажимаете это все медленно, и вы смотрите двумя глазами бинокулярно в одну точку и нажимаете медленно. В течение 5 секунд, друзья, нажимаете на курок. 1, 2, 3, 4, 5. И так делайте несколько раз. Тогда вы начнете привыкать к этому, смотреть двумя глазами и при этом нажимать медленно на курок. С каждым разом ваш навык будет становиться привычкой. Такое вот видео.